Приотсемьте, у нас две полные пасхальные коллекции 2023 года из Германии. Это, собственно, основная коллекция пчелки, состоит из пяти пчелок, очень симпатичная коллекция, частично это переизданная коллекция 2018 года, две фигурки новых добавили, и вторая пасхальная коллекция это Miraculous World, вышла на Пасху, поскольку всегда в Германии так, что с основной коллекции, второй, которая выходит в декабре, в этом году это была Miraculous World, то на Пасху выходит Maxi к этой коллекции, так было всегда, ну и так вот в этот раз. Начнем с нее, Miraculous раньше смотрели мы до где-то конца третьего сезона, а потом перестали. Поэтому Miraculous World не видел, знаю только, что это у нас какие-то специальные серии, да, специальные мультфильмы про события в Шанхае, Нью-Йорке, других странах, городах. И здесь у нас 4 игрушки, очень классно сделано, думаю, всем фанатам понравится. Miraculous очень хорошо прорисовано, с двух частей у нас фигурка состоит, и такие действительно большие, можно прямо поставить на стол. А, собственно, у нас Леди Баг, и Леди Баг в таком вот супергеройском виде. И такая же история у нас с суперкотом. Он у нас здесь один чуть попроще, да, собственно, суперкот. И суперкот в таком вот уже более серьезном обличии, еще и светится в темноте. У нас здесь элементы вот на его одежде и крылья. Ну, видите сами, по качеству тоже они различны. Суперкот у нас обычный, а вот второй суперкот, ну, здесь и голова крутится, да. Здесь, например, у нас да, не крутится голова у обычного суперкота. Ну и вообще по качеству видно, что больше постарались, когда его делали. Вот такая вот у нас коллекция Miraculous World, очень симпатично. И, наверное, уже в многом мы видели разных коллекций, Макси, супергигантские. И вот это такая самая проще сделана в плане, что да, просто фигурка. Ну и самая, на мой взгляд, лучше всего сделанная за последнее время. Прям вот классно, приятно держать в руках, да, вот видите, здесь ничего лишнего, очень классно, и да, можно поставить на стол, и будет она вот так вот стоять, радовать, фигурка. Итак, перейдем к основной коллекции, 5 игрушек коллекции, давайте самые лучшие, мне кажется, начнем. Это вот такая вот у нас выпрыгивающая пчелка из ведра, и да, на мой взгляд, такой мой фаворит, очень симпатично она получилась, ну и да, такая вот. Такая вот симпатичная пчелка. Далее у нас, пускай, давайте перейдем к следующей пчелке. Это будет вторая пчелка, которая у нас цельная фигурка, кстати. Вот всем любителям цельных фигурок в обычных киндер, здесь у нас Макси цельная фигурка. Да, вот такая вот симпатичная пчелка. У нее здесь рюкзачок, можно куда-нибудь прицепить ее. Ну и вообще, Макси цельной фигурки я даже не припомню, когда такое было. Третья игрушка это вот такой вот супер, да, блестящий какой-то такой красивый у нас пчелка, которая держит соты, пластмассовый тоже на, да, такая неваляшка, можно ее, да, класть соты и пытаться, чтобы они не упали у нас на одну, на вторую сторону. Далее у нас такая пчелка-качеля, тоже с другого пластика сделана немножко, видите, не такого блестящего. Тут у нас, да, игрушки, которые новые, как раз вот сделаны с менее хорошего пластика, как будто по ощущениям более легкого, такого менее гладкого. Ну, вот такая вот у нас качелька. Можно куда-нибудь повесить на стол, и тогда он будет вот так вот качаться. Четвертая игрушка коллекции, пятая, последняя, которая никак нам не попадалась, да, кучу выпусков сняли, прежде чем мы ее нашли. Это такая пчелка в гамаке, и самая, да, вроде как неплохо она выглядит в целом на видео, но вживую, да, здесь у нас такой тряпичный элемент какой-то весь помятый, и да, лучше бы они как-то без него обошлись. Тем не менее, удалось собрать всю коллекцию. Здорово, обе коллекции пасхальных. И да, было достаточно сложно в этот раз. Да, не так, как с Аватаром. В одном видео сразу две коллекции. Но тем не менее удалось. Да, таким был у нас обзор на полные коллекции пасхальные 2023 года. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем спасибо. Пока-пока.